Я готов? Судьи готовы, перерван. Два. Отдыхает Владислав Пиштанько. Он представляет город Монастырище. 99-го года рождения, имеет первый юношеский разряд. Боксом занимается 5 лет, провел 40 боев, 35 одержал победу. Является чемпионом Черкасской области 14-го года. Тренируется под руководством Вадима Киричика. Опять, опять.
Стас! Руку держи. Сам, опять за ним. Качай, лево, право. Смотри-ка, еще. Отпускай эту лапу. Готовка! Приди тут. В синем углу ринга отдыхает кандидат мастера спорта Дмитрий Остапчук. Он представляет город Умань. Ему 15 лет. Тренируется в обществе «Спартак». Боксом занимается 5 лет. Провел 75 поединков, 58 одержал победу. Является призером чемпионата Украины. Тренируется под руководством Виктора Петрушенко. Приготовиться к выходу на ринг второй паре Максим Колесниченко, Умань, Владислав Филипенко, Умань. Владислав Филипенко. А это была матчевая встреча между боксерами Монастырище и Умань.